Твердо печатая шаг, строго по форме одеты, держат равнение на флаг люберецкие наши кадеты. 32 пятиклассника прошли церемонию посвящения в кадеты, где приняли первую в своей жизни присягу и получили из рук офицеров свой первый официальный документ – удостоверение кадета. Я, Саидов Тимур, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть честным, трудолюбимым. Именно эти важные слова каждый год произносят пятиклассники, воспитанники кадетской школы Люберецкого округа. Торжественное обещание нести почетное звание кадета и быть патриотом своей родины России. Кадетская школа, или первый кадетский класс, был открыт у нас в 1994 году. И вот с тех пор ежегодно, в декабре месяце, мы проводим торжественную церемонию приемов кадета. Вот в этом году у нас было принято 32 кадета. Мероприятие началось с торжественного марша. Учащиеся кадетских классов прошли строевым шагом с развернутым знаменем. Исполнили государственные кадетские гимны, а также выслушали напутственные слова от педагогов и приглашенных гостей. Не обошлось и без традиционного кадетского вальса. В церемонии присутствовали родители и родственники воспитанников школы. Многие из них являются военными и поддерживают своих детей в выборе учебного направления. Я очень рад тому, что мои внуки идут по стопам своих родителей, дедов и прадедов. И я надеюсь, что они будут достойны того, чтобы стать кадровыми военными, кадровыми защитниками нашего Отечества. На сегодняшний день в школе учатся 1111 учеников. Из них 425 обучается в кадетских классах. Нынешнее посвящение является 23-м приемом в кадеты за всю историю школы. После официальной части церемонии праздник продолжился в актовом зале, где выступил школьный кадетский хор. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин, специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.